Начмокала она тут зеркало. Ты что сделала? Покажи. Ничего. Покажи. Может быть, к врачу сходить? Почему глаз течет постоянно? Еще вот такая какая-то пенка, видишь, тоже. Там есть такая вот эта самая. 9:28. Сейчас, если она в 30 минут не придет, будет наказана. Да? У нас почему-то стали жучки заводиться. Всем приветик, ребят. Как у вас дела? У нас все хорошо. Так, сейчас я пойду уже за детками, за Максом. У нас уже почти 12 часов, заканчиваются занятия. Придут девчонки. У нас сегодня погода просто чудесная. Вчера тоже было, вчера влог не снимали. Солнышко светит, тепло. На улице, по-моему, где-то 15 градусов. Вот. У кого-то уже снег, а у нас все еще тепло. В общем, вчера мы позвонили насчет компьютера. Нам сказали, либо мы к ним отвезем компьютер, либо они к нам приедут сами. Они хотят посмотреть, что с ним. Вот. И вроде как, ну, я так понимаю, что они нам поменяют на новый. Надеюсь на это. И этот заберут, получается. Хорошая новость для нас. В общем, буду я собираться, пойду за детками, а там уже посмотрим. Сегодня, кстати, мы должны поехать в торговый центр. Я не знаю, то ли с Маргаритой, то ли с Ксюшей. Они там сами решат. Они будут покупать друг другу подарки на адвент-календарь. И, конечно же, я поеду отдельно. Сначала поеду с Маргаритой, а на другой день с Ксюшей, чтобы они не видели, кто что кому покупает. Вот, поэтому сегодня после работы приедет папа наш, и мы поедем. Не знаю, они там сами, в общем, решат. Кто поедет, Ксюша или Маргарита первая, а завтра, в общем, завтра кто-то другой поедет. Сегодня один, завтра другой. Как дела в школе? Какашка. Не нравится мне школа, хочу дома быть. Кому нравится школа, скажи, пожалуйста. Никому не нравится школа. Ксюша вчера записывала свое первое видео. Кстати, если кто-то еще не нашел Ксюшу, не нашел ее канал, вот, то в описании заходите. Смотри, вот так вот. Пишется Ксения Гейм. Ой. Итак, Ксения Гейм. Ну, там можно с маленькой или с большой, без разницы. Вот, видите? Вот она. Вот я. Сразу можно узнать, что это Ксюша, да? Да, у Маргариты уже 2 видео вышло. Тоже ссылочки все в описании. Ребята, если вы не можете найти канал, заходите в описании, под видео. Нажимаете, там написано канал Маргариты, канал Ксюши. Нажимаете и подписываетесь. А у Маргариты сегодня вышло видео. Новая. Как она свой туалетный столик обставляла, украшала. Сейчас мы будем обедать. Я быстренько пожарила сосисочки, сварю макарошки. Это твой друг? Это твой друг? Маргарита. Да, это канал Маргариты. Вот как раз у нее 2 видео уже. Не вышли. Вот это первое видео, это второе. Сегодня вот это нажми. Подписчиков больше, чем у меня. Вот это нажми. Вот канал. Да, вот тут. У меня, конечно, немного косметики, но что, давайте я сначала сделаю небольшой обзор. Что делают твои игрушки на моей кровати? Что у тебя с губами? Ты что сделала? Покажи. Ничего. Покажи. Покажи. Красным намазала. Давай заправляй постель. Начмокала она тут, зеркало начмокала, смотрите. Поцелуйчики оставила на зеркале. Сегодня Ксюня идет в школу. А почему у тебя, Маргарита, нет? У Ксюши вообще каждый день есть, да? У тебя нет ни одной паузы, только в среду. На следующей неделе у нее сегодня нахрен так, а у меня нет. Да? Да. Угу. Что ты за огурцом? Ты огурец будешь? Она уже не кушает. Смотри, кушает. Кушает огурец, смотри. Эй, не выплевывай. Бонни, не выплевывай. Да ну тебя. Отжиматься, когда вы будете сдавать отжимания? Что, тренируетесь? Да? Тебе не холодно? Мами. Мне холодно на тебя смотреть. Мами. Ты снимала? Мами. Везде смайлики.
Я вообще-то хотела кушать, готовить. Кушать? Да. Давай. Или погулять немножко, потом будем кушать и готовить. Да, давай. Бонни кушает попкорн. Кто здесь попкорн рассыпал? Бонь. Наши собаки попкорн нравятся. Кто тебя сюда посадил? Зачем ты сюда ее садишь? Отдай своей подружке коробочки. Эти печенья уже все съели. Или она тебе коробки подарила? Нет? Сказала, я могу оставить. Да? А тебе они нужны? Я не знаю, что с камерой такое, почему фокус пропадает. Обязательно нужно настраивать вот так вот. Не знаю, фокус пропадает. Бончик ты мой, Бончик. Но ты не можешь что-то другое. Говори, давай. Давай, говори. У тебя глаз потек. Может быть, к врачу сходить? Почему глаз течет постоянно? Ну, у тебя даже припух немножко. Ну-ка, смотри сюда, да. У тебя припух. Не знаю. Купила нутеллу 2 дня назад. Здесь сколько? 630 грамм. Смотрите, она почти пустая. За 2 дня. Это ж надо. Я ни одного кусочка с хлебом не съела. То есть ни одного кусочка хлеба с нутеллой не съела. Они уже все умяли. Умяли, детки. Спасибо. Подожди, вот так надо сложить, чтобы ты не испачкался. Все. Спасибо. А мне? А мне? А мне? Чего тебе? А мне? А мне? Я тоже хочу, а мне? Перекусим? Если я сейчас не съем кусочек хлеба с нутеллой, то я не съем никогда. Так удобнее, так ты не выможешь ничего. Вот и все, тут чуть-чуть осталось. Кто еще нутеллу будет? Я! Сразу. Как зову кушать, никто не слышит. Как говорю нутеллу, так все сразу слышат. Идите, мажьте себе. Новая песня? У Билли Айлиш новая песня? Ты видела? Вот, что такая оранжевая? Смотри, какая она оранжевая. Бонни, пока! Она хочет с нами идти. Все, мы поехали. Давай. А завтра с Маргаритой. Я надеюсь, мы успеем. Нет. Вообще-то Ксюша хотела еще в другой поехать, в торговый центр. Но у нас еще время есть, да? Можно на следующей неделе еще поехать. Так, мы в косметику пришли. Они такие дорогие патчи. И смотрим масочки. У нее есть такие? У нее вот такой нет маски, да? Да, нет. Давай возьмем. Зелененькая. Тут же она писается. Еще вот такая какая-то пенка, видишь, тоже. Да, ну есть такая вот. Это та самая. Угу. Мы ходим в отделе косметики. Которые мне не интересны. Которые Ксюше не интересны. Ну, мы с Маргаритой будем в другом отделе ходить. Которые мне интересны. Да, которые тебе интересны. Лаки накладные. Лаки для ногтей. Ногти для накладные тоже можно, да? Угу. Точно можно. Она мечтала о накладных ногтях. Такие можно. Только не сильно длинные, наверное. Вот это? Ну, тут сувенирчики какие-то. Это что, брелочки, бутылочки? Угу. Может, какой-то сувенирчик подарить? Может быть, ей реснички? Не, не надо. Будет так около ходить. Ага. Так, ну что, все, мы здесь посмотрели, да? Мы хотели найти ей биби-крем, но мы не нашли биби-крем. Да. Мы уже вернулись. Горита ушла на улицу. Кстати, время уже. Папа ее отпустил до 9:30. Первый раз отпустил так поздно. Пришли друзья, подружки за ней. Вот время уже 9:28. Сейчас, если она в 30 минут не придет, будет наказана. Да, Бонь? Пусть только попробует опоздать. Каролина сегодня в школе сделала такой необычный светильничек. Вот смотрите, я не знаю, что это, какой-то овощ. Я не знаю, что это за овощ. На карьере там. Да, вот они середину, сердцевину вытащили.
И вот потом она вырезала такие звездочки, не знаю, какие-то тут еще сердечки. И туда свечку вставили. И вот так вот сюда. Здорово, горячая. Круто. О, Маргарита пришла. Ты вовремя пришла. Молодец, прям ровно-ровно, минуту-минуту. Бежала? Боялась опоздать? Молодец. Я уже думала, сейчас папа. Не опоздала. Папа по делам поехал. Мама. Да. Да. Эй, а где же? Вы были? Да, у меня другом все играть. Когда мы должны... Я и Эдис должны были... Полдесятого дома быть. Угу. И он тоже со мной пришел домой, потому что он думал, что я боюсь одна ночью идти там. Угу. Потом собака пришла, и он боится собак. Она такая, она как Бонни была. И она начала гавкать, и она подошла к нему. Боится собак, что ли? И да. Твою собаку тоже боится? Да. Малышка такая хорошая. Вот так вот. Удобно здесь. Хорошо здесь, да? Почесать спинку почесать. Ты Соня, она уже засыпает. Ты все уже устала, а? ой, сейчас уже будем спать ложиться. Спи давай, спи, все, никто тебе не мешает. Спи давай. Девочки, ложимся спать. Завтра рано вставать. Ну, наверное, рано. Завтра много дел. Очень много дел завтра. Завтра нужно опять поехать в магазин. Может, мы в Эмин-центр поедем? А в Эмин-центре нет пешки. Жучков нет? Нет, пока нет. Точно? Надо проверять. У нас почему-то стали жучки заводиться. Вот именно в этом, в опилках. Мы насыпали новые опилки. И не знаю откуда. Пока что нету. Да, я видела, по стене ползали у тебя опять. Чуть-чуть. Вот, и ползают жучки какие-то. Вот она, кикуся, вышла. Не знаю, откуда они появляются, потому что сено чистое. А потом они откуда появляются, не знаю. Корм тоже чистый, там нет никаких этих жучков. Давно не виделись? Ну нельзя. Она ее где-то хотела съесть. Да она не съест ее, она просто играть хочет. Она ее хочет облизнуть. Да, Бонь? Где Кики? Это Кики? Бонь? Кто это? Кто это? А, Бонь? Ой, куда ушла? Ушла куда-то. Она знает, если она ее тронет, то получит от тебя. Маленькое такое. Девочка. Красавица моя. Не дергайся, что ты. Бакс. Бакс, какой Бакс? Макс. Ты Бакса вспомнила? Да. У тебя же Бакс был, да? Угу. Белый кролик был. Бакс. Ой, у нее такой ноготь длинный, прям да, вот этой задней лапки. Да, маленький, да. Может, его подстричь? Все, оставляю ее спать. Давайте. Всем пока. До завтра. Завтра опять урок. Да. Завтра будем влог снимать опять. Я завтра опять сниму видео на канал. Завтра выйдет видео. Все, всем спокойной ночи.